Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксенов, я отправляюсь в игру Sims 4, прочитал я все ваши комментарии к прошлому выпуску, и какие у меня планы на сегодня вообще. Во-первых, так, что это? Ладно, короче, ты, Брослав, мы подсказали что-то сделать. Итак, какие планы же все-таки у меня на сегодня? Это, во-первых, в комментариях вы мне написали то, что лучше поставить сюда пальму. Давайте попробуем это. Оба-на. Доброслав дома уже. Прикольно. Так. Попробуем сейчас поставить сюда пальму. Так, давайте-ка пока избавимся от этого дерева. И постравим. Какая вот тут разные пальмы еще вообще бывают. Пустынная пальма. Блин. Королевская, что ли? Нет. Ну, вот это вот еще может быть более-менее. Так, кусты, наверное, уже будут не в тему рядом с такими пальмами. Так, сюда вы мне вроде предложили поставить розовое дерево, но, блин, оно что-то большое. А, вот кусты. Фу. Что-то я вот сюда-то не заходил. Тут же кактусы даже есть. Так. Смотрите, какие прикольные. Есть слон. Лама, прикол. Воу, вот это кактус. Так, бурьян, трава. Так, цветы. Да не, в принципе... Здесь-то еще более-менее. Вот вокруг пальмы бы что-нибудь добавить. Такс, нет. Валуны мне не нужны. Кусты. Может быть, что-то типа вот такого поставить сюда? Вот так вот, допустим. Вокруг пальмы сейчас я сделаю прям. Будет норм, по-моему. Ну вот как-то так, я не знаю. Если что, в общем, жду ваших комментариев, отзывов. И вы мне подскажете, что да как лучше сделать. Так, а дальше у меня цель какая. Вот все-таки вы мне написали то, что... Наверное, лучше поставить сюда вот колонну вместо стеклянной тумбы. Ну, не знаю. Давайте-ка вот еще раз посмотрим на колонны. Ну да, она, конечно, места мало занимает. Выглядит, наверное, более эстетично. Но вот вопрос, какую колонну поставить лучше? Такая нет. Такая тоже что-то не очень. Нет. 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 Ну вот круглую, если только. Мне вот не нравится то, что она вот из угла вот так вот как-то торчит и... Но если только вот так вот прям сделать для общего вида, тогда норм. Давайте сейчас попробуем посмотреть. Ой-ой-ой, блин. Так, молоточком надо просто. Да, блин. Такс. Такс. Колонна стоит. Во, все. Вот так вот получается. Теперь надо здесь просто докрасить. Такс, вот оно. Есть, и поставить заборчик. Вот так вот. В общем, вот как-то так получилось. Как-то криво вот это выглядит, штука. Давайте ее уберем лучше.
Да, все-таки вот эта штука встала поровнее, на мой взгляд. И поэтому та штуковина была лишней. Так, а покрасить можно эту штуку? Так, какая у меня колонна стояла? Вот это, да. Цвета. Так. Да, вот под цвет дерева выглядит намного лучше и, наверное, лучше вписывается. Мне бы, конечно, черную какую-нибудь лучше. Ну, вот это в забор лучше вписывается. Блин, я просто не знаю даже, что лучше. Ну, явно не это. Вот эту, я поставлю вот эту. Так, нет, все-таки вот это. Да, тут потому что и белый, и коричневый, она вот более-менее подходит, наверное. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ладно, пусть будет так, вы просили, я сделал. Свое обещание я выполнил, то есть исполнять практически все ваши капризы. Так-с, ну что ж, отправляемся в жизнь. Что у нас здесь происходит? Кто оставил музыку? Так, Доброслав, что у нас здесь? Сделать дополнительные задания. Так, сначала, то есть домашку делаем, а потом дополнительное. Юрец хочет есть у нас. Так, иди тогда. Так, приготовь что-нибудь. Давайте что-нибудь крутое приготовим. Посложнее. Слегка обжаренная курица. Нет, вот это. Это стоит дороже. Это ж домашку делаешь. Чё ты ржёшь-то? Так, Доброслав. Пока что. Выполнять задание. А, еще же не забыть, да, день рождения Доброслава. И... Так, что же еще там я хотел сделать? А, музей вы хотели сделать, чтобы я сделал на крыше. Так, дополнительное задание делаем. Все-таки я хочу его скилл прокачать, школьника. Йо-хоу, да, отлично. Так, 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 музей на крыше. Вот моя крыша. Вот так вот она выглядит. То есть сюда я должен все сделать, как в музее. Тогда, скорее всего, вот это все мне придется продать. Так. Но вот камин можно, в принципе, оставить. Он музею не помешает. Так. Ну что ж, начинаем делать свой музей, в котором я буду выставлять различных тварей, которых я буду привозить из космоса. Все трофеи мои будут висеть здесь. И куда мне его поставить? Я как-то плохо ориентируюсь в пространстве здесь. Ну, пусть пока будет так. Так, где рыбина была? Так-с. Рыбина. Конечно, вот бы над камином выглядела бы она клёво. Но, к сожалению, туда она не ставится. Так, вот так вот. Музей наш выглядит. Что-то да. Надо переставить, по-моему.
Да блин. Сюда не ставится. Да что ж такое-то? Захочешь сделать музей, как в Поле чудес, и ничего не получается. Картина какая-то даже висит. Ну не знаю, что-то... Мне уже идея с музеем на крыше не очень нравится. Прошу, конечно, меня извинить, но... По-моему, да. Надо все ставить обратно. Все-таки как-то получается не очень. Так, как мне теперь взять эту рыбину? А-а-а! Неужели никак? Да, я ее не могу увидеть отсюда. Отсюда я вижу, но тут мне мешает окно. Рыба! А, я хотя придумал, что можно сделать. Такс, нам нужен какой-нибудь персонаж, которого мы сможем сюда пригнать. О, жена принесла бабосиков. О, она повышение получила, отлично. Да, хотя Доброслав сейчас будет долго идти, пусть жена идет. Так, все, жена пришла. Блин, даже несмотря на то, что там находится наша жена. Так она может только смотреть. Ну блин, как мне его забрать отсюда теперь? А-а-а, повесил, блин, лосось, черт. О, получилось. Получилось. Хотя бы вот сюда давайте. Так. Еще чуть-чуть и все получится. Есть, я вернул его. Это стоило мне больших усилий. Так, Юрец, ты есть-то будешь? А, ты уже поел. Так, тогда нужно, знаете, что сделать? Готовить торт. Торт конфетти. Но мы сделаем, естественно, самый крутой. Башня! На-на-на-най-на-на-най. Сейчас мы сделаем торт, и Доброслав у нас станет подростком. Но я надеюсь на это. Такс. Так, у нашей жены теперь какие тут цели? Достигнуть рисования и создать три картины разного размера. То есть, да, пусть она спит. И потом она пусть нарисует маленькую картину, потом большую. Ну ладно, сама разберется. Так, торт у нас готов или нет? Или да, или нет? Ну почти. Так, ускоряем время. Торт готов. Доброслав, стой. Иди ставь свечи. И...
Загадать желание. Смотрим, что же сейчас произойдет с Доброславчиком. О, блин, да. Ого! Вот это да! Доброслав повзрослел. Так, подростковый возраст, романтические приключения, короткие гимнастические шорты и гормональные сбои. Жизнь только начинается. Так. Так, кто же он у нас будет? Кто же он у нас будет? А, нужно выбрать ему цель в жизни. Рыбак! Нет, ну явно он не будет у меня рыбаком. Так. Домосед. Нет, конечно, барон. Мозговитый чувак. Компьютерный гений. Так, а это что? Ага. Гений. Добрый книжнец червь, любит природу, свой в доску. Растяпа, практичный. Добрый. Ну, добрый пусть будет, я не знаю. Вот он, Доброславчик. Да уж. Похож на папку, кстати. Да, только у него какой-то... Римский профиль, смотрите. То есть вот переносится с альбома одновременно, вот так вот сливается. Это называется римский профиль, по-моему. Хотя что-то и у моего персонажа так. Я не замечал. Так, ну что ж, Доброслав, я думаю, тебе нужно подобрать одежду. Давайте-ка мы это сделаем. Так, давайте начнем что? С купального костюма. Эй! Вот, все, теперь все правильно. Нужно сделать ему хороший комплект одежды, я думаю. Suit up, Fibbiton. Такс. Такс. Обычная одежда. Такс. Что тут есть интересного? Нет, такой барахло ты носить не будешь. Пинджачок. Поло. Но от пола еще можно. Давайте, может быть, белое. Да, белое, оно какое-то немножко синеватое, правда. Так, футболки, свитеры, майки, куртки. О боже ты мой, нет! 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 Майки, рубашки, толстовки, костюмы. О, прикольные, тут какие-то новые костюмы есть. Ха-ха-ха! А смотрите, что я заметил, у него ноги, как у меня, блин, стали. Воу, нет, такой костюм я хочу своему персонажу главному. О, прикольно. А такие вообще куртки есть отдельно? Ага, вот как оно работает. Понятно. Мне нравится такой прикид. О, хотя бы можно менять прическу. Скинхед. Хо-хо!
панк, нет. А какая у него была прическа? Где это? А, вот это у него было. Может быть, ему сделать прическу, как у меня? Что-то он жирный, да, по-моему, хоть щекастый. Наверное, в мать, которой, к счастью, больше нет. А еще подросток у него. Должны быть какие-то такие вот усики. Смешные, неказистые. Так, где эти усики? Вот они. Пусть будет. Нет, не будет он так. Так, ладно. Не будет бороды у него. Кепочка. О боже ты мой. Да, милитарист. Милитарист. Сын будет милитарист. Так, а тут что у нас? Так, где эта кепка-то? Я ее случайно убрал. Вот она, нашел. Все, пусть она стоит. Аксессуары. Так, нет. Косметика. Вы что, упали с дуба? Какая косметика? Так, обувь. Вот что нужно. Нужны тяжелые ботинки. Ладно, пусть будет хотя бы так. В общем, повседневная его одежда будет вот такая вот. Милитари. Милитари Доброслав. Дальше. Деловой костюм. Ботинки вот мне не нравятся, так что мы их сейчас, наверное, сразу поменяем. Хотя бы на такие. Так, спортивная одежда. Да, и спортивный выбор вообще мало. Ладно, для сна. Вот этот давайте халат. Так, это что, праздник? Ну, в принципе, неплохой набор, но вот ботинки на праздник давайте выберем какие-нибудь другие. Вот так вот. И купальный костюм. Так, тапочки у нас одни только бывают. Так, плавки. Плавки, плавки, плавки. И футболку. И футболку. Вообще купаются без футболок. Да, ты рыхленький, надо тебе будет качаться, я думаю. Так, стильные образы. Оу. С макияжем, да ладно. О, ну да, так в принципе можно. Очечки. Очечки. Нет, нафиг надо такие очечки. В общем, вот такой вот костюмчик у нас получается. Ну что ж, сохраняем. Сделали мы комплект одежды для Доброслава. Теперь у нас подросточек.
И теперь он тоже может клеить цыпочек и приводить их в дом. Вы мне, кстати, написали, чтобы я еще там кого-то к себе в дом привел, и чтобы их я уничтожил. Так, давайте-ка сменим одежду на праздничную. Так, play. Екла, Екла. Ой, я ж не тем персонажем. Брун. Так, сменить одежду. Праздник. Давай. И, блин, теперь мне нужно переделывать ему комнату, потому что он повзрослел. Естественно, ему в детской будет жить не очень круто. Но, блин, у меня нет денег. Мне нужно сначала их заработать. А потом мы сможем это все ему, соответственно, переделать. Так, Юрец, ты чем тут занят? Может быть, нарисуешь одну картину? Допустим, классическую. Вот он, сынуля. Как быстро растут дети. Просто не верится своим глазам. Он только что был маленьким ребеночком. Так, что у нас здесь? О, но он знает свое место, идет спать именно туда. Так, сейчас продадим картину. Надеюсь, в галерею, конечно. И это нам даст хоть немножечко денег. Так, я шедевр нарисовал, кстати. Такс. Это, к сожалению, обычное. Ну ладно, заработали немножечко денег, хотя бы уже не так бомжатско будет. Так, что у нас здесь вообще? Общение, гигиена. Может быть, слетаем в космос? Может быть, получится привезти новый трофей? Йоу! Странный поворот. Давайте исследуем крушение. Вися по спасению. Так. Ну и что оно одно и то же мне? Оба-на, сокровище! Метеорит, я нашел метеорит. Круто. Так, у меня еще мертвые есть слизняки. Так, метеориты, лососи. Так, вот вы мне сказали то, что можно продавать вот этих вот рыб. А, вот куда, все. Так, это что? Нет, это мне надо. Можно, в принципе, даже зарабатывать здесь за счет рыбалки. То есть рыбача и продавая рыбу. Тоже как вариант развития, наверное, если, в принципе, прокачать рыбалочку, то тогда будем ловить крутых больших рыб. Блин, я теперь их путаю. Я думал, это Юрий, это Доброслав. Но они же, кстати... Они же, кстати, не родственники, так что... В принципе, они могут даже что-то и это. О, домашнее задание за $1. Так, что у нас за цели-то вообще?
пойти в школу в сосредоточенном состоянии. Так, ну, в общем, дела у нас обстоят вот так вот. Наверное, в следующей серии я вот все-таки займусь тем, что я буду обустраивать комнату Доброслава, потому что теперь он стал подростком. И явно то, что божьи коровки, зайки и динозаврики в его комнате — это лишнее. И ему нужно что-то обновить, может быть, повесить какие-то постеры, плакаты. Ну и что-то в этом, соответственно, духе. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть в моих видео, что мне здесь сделать, построить и так далее.